Пенсионный фонд и Центр соцобслуживания населения уже третий год реализуют совместную программу по знакомству пенсионеров с новыми технологиями. Для этого было разработано обучающее пособие интернет-портал «Азбука интернета». В этом году учебную программу немного дополнили. Например, появился раздел, посвященный поиску информации в интернете. Обучение пользованию порталом госуслуг с тем, чтобы воспользоваться еще и услугами, то есть свои проблемы решить какие-то, ну, как сказать, не только сообщением, да, но и с тем, чтобы воспользоваться любой услугой, получить меры или поддержки, или вот в тот же пенсионный фонд, значит, электронно обратиться за какой-то услугой. То есть обязательно в программе существует вот такой раздел. Обязательно пользование интернетом в принципе, что такое Skype, да, как ориентироваться в поисковиках, да, как задавать даже вопрос. Главная цель программы – вовлечение старшего поколения в мир информационных технологий. Весь базовый курс программы «Азбука интернета» составляет 14 уроков по 3-4 часа. Записаться на курсы можно в отделе соцзащиты населения. К слову, в этом году на обучение неработающих владимирских пенсионеров пенсионный фонд выделил 500 000 рублей. Освоить современные технологии смогут 1200 человек. Очень хочется, чтобы наше старшее поколение, которое увидит этот репортаж, понимало, что сегодня от этого не уйти. Мы живем в мир именно информационных технологий. Поэтому приходите, мы будем вас обучать, и вы будете лучше ориентироваться в сегодняшнем мире.